Калари Паято теперь с этим видом индийских боевых единоборств знакомы и некоторые жители нашего города. До выступления в Уссурийске единоборство уже смогли оценить жители краевой столицы. Там индийцы выступили дважды. Побывала группа и в Японии. Выступление в Уссурийске помог организовать Валерий Кан, депутат законодательного собрания. Подобные поездки очень нужны. Они способствуют расширению взаимных контактов между людьми разных стран. Мы знакомим людей с культурным разнообразием обычаев и традиций нашей страны Индии. Как отметил консул, во всех странах и городах культурно-индийскую группу встречают радушно. Порой даже возникает интерес к такому виду единоборств. Обучаться этому на территории нашего края невозможно, с сожалением отмечает консул. Калари Паято преподают только в Индии. Этому виду единоборств обучаются очень долго, а чтобы достичь максимального совершенства – всю жизнь. Несмотря на разнообразие элементов борьбы, в которой используют ножи, мечи, щиты и деревянные палки, Калари Паято применяют только для самообороны. В нашем городе есть возможность обучиться многим единоборствам, но такие выступления, видим, впервые, признали студенты ПГСХ. Приду домой, посмотрю, расскажу родителям, что видела, что к нам приезжали такие вот люди, индусы. Как-то не часто встретишь таких людей у нас в академии. Сразу после выступления индийцы отправились в аэропорт. В графике их маршрута следующий пункт – Южная Корея. Ольга Муравьева, Николай Фарафонов, Телемикс.